Хочу рассказать такой анекдот, мне недавно рассказали. Просыпается человек утром, раз батарею трогает, теплая, раз платежку в почте достает, два раза меньше. Магазин приходит, цены в два раза ниже. Домой возвращается, говорит, слушай, говорит, жене, ты новости смотрела, там что, бывшие регионалы к власти вернулись? Вот, наверное, это тот вот критерий. И снова нагадываю, без агитации. А тут и не агитация, значит. Поэтому, да, я ж никого не агитирую.